Региональный научно-практический семинар «Контрспайс. Профилактика наркотической зависимости и зависимого поведения» объединил в стенах технического университета всех тех, кто сталкивается с этой проблемой в ежедневной работе. Правоохранители, медики, психологи делились со студентами теми фактами, которыми располагают, исходя из реальных ситуаций. К сожалению, тема различных зависимостей человека сегодня продолжает быть актуальной. Что приводит к таким ситуациям и как помочь близким и окружающим на начальной стадии справиться с проблемами? Ответы на наболевшие вопросы из первых уст. Были представлены примеры, каким образом пытаются манипулировать сознанием распространители наркотиков, распространители других активных веществ, то есть как это влияет. И конечно, принимают активное участие уже потому, что это затрагивает их жизнь, их будущее, их детей. Особую обеспокоенность уже не одно десятилетие вызывает наркотическая зависимость, причем не столько от средств растительного происхождения, сколько от химических, таких как спайсы и соли. Их распространение и продажи сегодня, как правило, идут через интернет. Конечно, каждую новую уловку злоумышленников правоохранители стараются максимально быстро пресекать. Однако избытчики опасных веществ свой теневой бизнес развивают стремительно. Поэтому очень важно рассказать молодым людям, как случайно не попасть на крючок преступников и объяснить, что легких зависимостей не бывает. Любая зависимость, она всегда пагубна. Не может быть легким курение, не может быть легким алкоголь, не может быть легким наркотик. Все равно, употребляя то или иное, то, что сегодня вызывает зависимость, оно принесет определенный вред здоровью. Я уже говорила сегодня ребятам, что наше здоровье зависит на 50% от образа жизни. И, наверное, здоровый образ жизни – это самое главное, это наше будущее. Потому что здоровый ребенок в семье – это всегда полноценная и счастливая семья. Главная цель семинара – привлечь внимание молодежи к проблемам, которые вызывают все виды зависимости. Студенты активно включались в диалог, участвовали в обсуждениях, что говорит о неподдельном интересе к поднятым темам. Практика проведения таких семинаров будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».